скажите, каких результатов ждете вы от реформы цен? Будут ли они вообще? Вообще-то трудно сказать, конечно. В наше время сейчас мало на что приходится надеяться. Ну, наверное, будет, скорее всего. А можно ли выжить в таких условиях, как вы считаете, вот по вашему, судя по вашему семейному бюджету? Нет. У меня чистыми 200, жена 150, двое детей маленьких, мы не выживаем. Я ожидаю очень тяжелых результатов. Тяжелых, прежде всего, для тех людей, кто работает в государственных учреждениях и предприятиях. Очень тяжелых. Скажите, вы уже подсчитывали ваш семейный бюджет? Можно ли в таких условиях выжить? В таких условиях придется жить. Но жить будет очень и очень трудно. Что я могу сказать, это все ужасно, конечно. Так как я работник культуры, дело в том, что я работаю в детском саду музыкальным руководителем. И зарплата нынешних музыкальных руководителей, воспитателей, очень минимальная. Ставка 110 рублей. Я получила компенсацию 60 рублей. Позвольте, что я могу приобрести? Это мне абсолютно ничего не дало. То есть, я практически, я чувствую, что я иду к краху. То есть, я в шоковом состоянии.